Готовимся с Димкой. На площадках детских уже гуляем. Ребенку показываем. Как себя вести нужно, детка. Привет, народ. Привет. Привет, всем привет. Привет, народ. Так, сколько народу зайдет? 2 человека. Нет, уже 17. Здрасте, всем здрасте. Эдик, здорово. Всем привет. Вышли на детскую площадку. Понемножечко морально готовимся с Даной. Сторис снимает. Наш домик, в котором мы живем. Здорово, здорово, всем здорово. Всем привет. За, что ты так держишь телефон? Дима, тогда она не беременна все-таки? Нет, не беременна. Дима, это, покажи мне. Это все слухи. У нас все хорошо. Спасибо. А, это женщина, которая писала, что как раз, что Дана не беременна. А, это она? Да. Дима, покажи нас двоих. Мы сейчас в Киеве. Мы уже живем в Киеве, ребят. Дима грузинский не понимает, может, его не писать. Я из Волгограда, из России, если достаточно. Боже, как можно так держать телефон? Да-да, ну отстань, да держи свой телефон, а я буду держать свой телефон. Все, проблем не будет никаких. Все, давай. Так, что, вопросы еще будут какие-нибудь глупые? Тём, да я это... Спасибо, спасибо. Привет, пупсик. Как вы живете в Украине? Отлично, спасибо. Тём, я в Дубае телефон потерял со всеми волгоградскими, ну, со всеми, короче, номерами. Вот, поэтому директ скинь, цифры свои, я тебя наберу. Я ничего её не обидел. Просто у неё свой телефон, а у нас свой. Она хочет 2 сразу. И там, везде хочет успеть. Да, мы планировали ребенка. Нет, мы дом 2 не вернемся. Привет, Тюмень. О, кстати, мы в Тюмень скоро поедем с ребятами по бизнесу, рабочие моменты решать. Потом Калининград полетим. Сам-то или мета. Какая разница? Наберу, позвоню. Вот ты тебе взял сюда, скинул. Братан, сообщение в личку пришли. В личку сообщение. Да, с Габозовым общаемся. Звали, вчера звонили. Против Бузовы, чтобы якобы Индальцева поддержать, но естественно мы отказались. Пошла она нахер. Индальцева. Не мы, а я, тебе никто не писал. Ну и все. Вот я нашел. Нет, не скучаем. Здорово, Никит. К тому же заложено. Вот и это. Шепчу. Как дела, Никит? Покажи, Дана живо. А где вы хотите нас увидеть, скажите мне, пожалуйста. Сейчас чуть попозже буду пост запиливать. Дан, покажи живот. Ничего тебе не показывает. Не хочет она показывать. Потому что у нее нет живота, и она обманщица. Ага, спасибо. Что, еще вопросы будут, друзья? Мои хорошие. Если 1100-1500 дадут, тогда, возможно, мы приедем на шоу, я там пару фраз им закину.
Да, Никита, я тебя тоже давно не видел. Не, братан, Волгоград не хочу. Не хочу, мне хватает того, что вот я с ребятами из Волгограда общаюсь, и мне расскажешь, что там творится. Привет, привет, Дан, какой у тебя уход за волосами? Дан, какой у тебя уход за волосами? Голову просто моет шампунем. Как Дана себя чувствует? Нормально, истерит только. Будем рады видеть вас в Тюмени. Спасибо. Как тебе Киев? Отлично. Да, пол уже известен. На Дане на страницу зайдите, посты почитайте. У тебя там ничего не дреснет, петух? Конечно, люблю. А что за нее рассказывать? Юля хорошая девочка, ведущая. Отличная. Дает очень много советов. Давала очень много советов. Салам, салам напополам. А почему вы именно в Киев уехали? Ну, не знаю, так захотелось, просто уехали. А что тут такого? Ничего в этом не вижу такого. Да, ну, что я думаю? Что она глупая просто, животное. А долго куда уеду? Да, я чуть-чуть скинул, потом опять набрал. Сейчас опять скидываю. Дан, тебе не холодно? Правильно, нам не тоже на связала, смотрела только. Спасибо. Спасибо. Что там все рассказывать? Ребят, вы так все сами знаете еще больше, чем я. Не подглядывай. Не за что. Почему в доме 2 не показывают, как курят участники? Почему в некоторых эфирах показывают, когда не могут вырезать, и когда какой-то сюжет идет, ну, интересный, жесткий, вот, то показывают. Приятно вас смотреть. Спасибо. Вы молодцы. Спасибо. Взаимно. Красиво. Спасибо. Взаимно. В Москву надолго уедешь на месяц. Сань, здорово, Стеклов. Вы, похоже, самая сильная пара. Жаль, что ушли. Спасибо. Ничего не жаль, на этом жизнь не закончилась. Все у нас замечательно, за периметром. Мы себя чувствуем вообще замечательно просто. Как Дана? Дана нормально. Один раз брат. Это точно. Я, знаете, как считаю, ребят? На Дом 2 второй раз возвращаться, это просто надо быть конченным неудачником. Как бы я хорошо не общался там с ребятами, то сейчас второй раз туда пришли Никита, Саймон, ну, там еще много кто. Вот Кучеров, когда возвращался, я ему говорил, то, что ну, ты неудачник, раз пришел сюда, и он просто спустя 2 недели подумал, стал такой, да не, наверное, я пойду. Тут делать нечего, там делать нечего, ребят. Я не обижаю. Вот, да, ну, так, майор постоянно жить в Киеве или переехать в Москву. Ребят, я не знаю, может быть и в Киеве, может быть в Москве, я не знаю. Пока она в Киеве нормально, я в Москве работаю, все отлично. Ему привет, Латвии, Риги. Был когда-нибудь у нас на море в Юрмале? Нет, не был, но очень хочу посетить Юрмалу. Возможно, мы с Даной в следующем году поедем в турне по Европе. Самая тухлая зеленая залетная пара. Я твой рот, хипал, петух. Вот. Все, что я могу тебе сказать, хуй сос еще могу добавить. Привет, привет. Сколько данных месяцев? Нам сколько? 5 месяцев? 4? 4. 5 начался. Зачем выгонять людей из Дома 2, потом возвращать? Какая политика там? Вы же хотели с Никитой разоблачить Дом 2, а в итоге Шуликов на проекте. А в итоге Шуликов на проекте. Вот, ты сама задала вопрос и сама ответила на него. Покажи Дану. Вот Дана. Дана красотка, очень приятная пара. Надеюсь, хоть вы не разойдетесь, а то все расстается, хоть дети уже есть. Ну, вот так вот. Мы разойдемся, что? Если Дима себя хорошо вести, то... Понтуется. Ну, ладно, проехали. Олеся. Спасибо. Блокировать их не так... Да ладно, что его и так Бог заблокировал по жизни. Еще я его сейчас обижу, обиженку эту. Привет, привет, кубак, кубак. Привет, красотка, спасибо. Вы самая классная пара, ребята, желаю вам счастья, береги друг друга, спасибо. Шуликов, получается, кинул. Ну,
Я на него не сержусь. Вот. Общаешься. Да, с Никитой. Так, постольку-постольку. Да что, вот, ну честно, Никита мне говорил, когда он мне сказал, что, братан, редкий попал на дом 2 второй раз, ну второй заход. Я не знаю, ты бы смогла пёхаться на камерах, я лично не мог. Так, приезжайте в Юрмалу, у нас тут очень круто будет, у вас уже сыночек, у вас хороший, отдохните, да, не привет, легких родов. А тебе, Дима, терпение, когда начнутся писанные ночи, береги. Спасибо. Дана Красотулька, салам алейкум, алейкум ассала. Даня, привет, у нас всех передовой. Привет, мы любим ее. Дантель любит. Дана Красотулечка, а вы с Габазовым не в одном бизнесе НЛ? Нет, сетевой маркетинг, вообще шляпа полная, ребят. На каком месяце, да? 4-5, по-моему, начался с сегодняшнего дня, да? Позавчерашнего. А, вот. И Никита мне говорит, братан, типа, я возвращаюсь на Дунай, я говорю, ну дай бог тебе, что, здоровья, иди, говорю, что. Вот, он говорит, да не, я так чисто на неделю туда-сюда, типа, пинчук выебу и, типа, греца, говорит, засажу и, типа, того выйду с проекта. Ну, как видите, до сих пор ебет и засаживает греца. Вот, хотя уже пинчук с Оленком мутит, а Гриц уже ушел с проекта. Так, привет. Зависло? А сейчас отвисло уже? Привет. Все норм уже. Отлично. Я рад. Ну, в общем, такие вот, короче, пироги. Да, Дима, у нас сыночек будет. Дим, да. Когда я всегда орешки забираю, они вкуснее, чем когда ты мне покупаешь. Вот. Пойдем домой, холодно. 5 минут. Пошли. Это обрабатываем. Покажи Дану с тобой. Да, Дана со мной. Ах. Я уже говорил, мы на детской площадке морально готовимся, короче. Вот так вот скоро наш шкет будет. Все, да, ну успокойся. Скоро наш так шкет будет с песочницей играться. Короче, он такой, ребята, он такой активный тип там вообще. Мы, короче, были позавчера. На скрининге, короче, на УЗИ. И он, короче, попой к нам повернулся. И я такой сижу и такой говорю. А он вообще там в полный рост встает. И он, короче, меня услышал и в полный рост как начал там вставать. Я вообще попутал. Вот, а потом я говорю, давай конец покажи, там у тебя пацанячий или какой, или девчачий. Ну, писюлек. И он, прикиньте, повернулся и показал мне прибор вообще свой. Вообще, прям папу радует парнишка. Ну, сегодня днем было тепло, сейчас ветер, короче, поднялся прохладненько. Не придумали. Вот. Как назовем? Нет, еще да, не придумали. Ну, что думаешь насчет поступка Валера? О, ребят, ну, такая на него доля выпала. Да, вообще, он тату любит, мы с ним общались. Вот тату он любит. Ну, тата немножечко прыгает выше головы. Вот. Не, Москву тянем, все, просто у Даны много родственников здесь в Киеве, поэтому я Дану в Киев отправил. Снял ей квартиру в престижном жилом комплексе. Вот. И все у нас как бы ровно. Кирилл, 4 единицы, которые я твой рот ебал. Вот. Тебе ответ на вопрос. Счастья вам, взаимно, спасибо. Ага, молодец, малый. Ага. Да, ми-ми-ми, спасибо, привет. Ну ты тупорылый ты, петух, конченый, дырявый. Вот. Сейчас, если ты не перестанешь кое-нибудь писать, я тебя заблокирую, петух, петушня, петушка. Дичь ебать. Да он просто лань прибитая веслом, тухлодырая мразь. Ребят, простите за мой французский. Что на французский меня потянул этот петух конченый. Пиздюк какой-то 100%. Когда Дана будет эфир? Она, кстати, заходила вот недавно, прям 20-30 минут назад, часть вам с Даной. Спасибо. Самое лучшее, спасибо, украинский знаешь. Не знаю, не могу.
Не бачу по-украински. Ты куришь? Да, курю. Поздравляю, сына, развивай здоровеньким. Спасибо. Спасибо. Да ладно, пошел он нахер, петух. Обиженка. Его бог, я же говорю, заблокировал. Обидел его. Чего на обиженных внимание обращает? Ладно, пускай он нахуй идет. Счастья вам, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо взаимно, Кристи. Люблю вас. Спасибо. Love life. Если бы я умел так же, как этот смайлик делать глаза, я бы сделал. Вообще не верил в вашу пару, но вы молодцы. Счастья вам. Спасибо. Огромное спасибо. Диди Мадлоба. Курить охота на детской площадке. Вариант, без вариантов. Да, без 5-7, пойдем. Привет, привет, Дима, здравствуйте, не обращай внимания, таких они этого и ждут. Где, скажите, варианты имени малыша придумали? Ну, честно, есть пару вариантов, но еще пока до конца мы не уверены, так или не так. Вообще, я бы в честь отца, либо деда назвал бы. В честь, если отца, то Автандил, а если в честь деда, то Амиран, как Сардарова. Когда Даня рожать? На 8 марта. Ты же говорил? На 8 марта ставят срок родов. Рыбу. Рыбу. Знак зодиака рыбы. 8 марта. Дан, пойдем. Дано. Пошли. Да. Ну, сегодня девчонки с оператами мутили. Я вам скажу не только... Что? Я вам скажу так, что не только там девчонки с операторами мутили. Да, да, она будет рожать в Киеве. В Киеве все такие дружные. Да, это точно. Все очень дружные люди. Но иногда нет-нет. Бывает такое, что едешь в автобусе в каком-нибудь там или в маршрутке. И такие прям... самые дружелюбные пару каких-нибудь типов садятся и начинают базарить за политику, за Россию, туда-сюда. Вот. Недавно же Иосиф Кобзон упокоился. И я ехал в поезде, и там две женщины базарили, короче, за него прям дичь какую-то, что он там типа жулик, туда-сюда. Но он в натуре, он был жулик, вот. И я говорю, слышишь, ты говорю, его лично знаешь? Что ты, говорю, базаришь так за него. А между прочим, этот человек единственный, когда вот брали Nord-Ost в заложники, мюзикл, этот человек единственный, с которым вел переговоры с террористами и который вывел заложников без единой жертвы. И не только. Не только. Очень много случаев. Вот. Идем нормально. Консьержка у нас там сидит. Вот. И, в общем, короче, ребят, в лифт зашел, сейчас может прерваться. Вот, это единственный человек, который выводил заложников. Это не единичный случай. Очень много случаев, когда он проявлял себя, и не только в этом. Например, он сам с Донбасса родом. И он очень много оказывал поддержки людям. Приезжал на Донбасс, постоянно давал концерты в поддержку людей. Очень много гуманитарных всяких помощи оказывал. Собирал это все. А это что, у нас чеченцы бороду носят, что ли? Вот. И никто об этом не говорит. Вот, а почему, собственно говоря? Я начал ей за это все говорить, и она по-быстренькому рот свой закрыла. Я говорю, вообще не вздумайте больше таких вещей говорить плохих про этого человека. Великого, между прочим, великого. Вот, и все, она, короче, угомонила свою фантазию по-быстренькому. Такие вот пироги. Вот. Кстати, квартирка наша, ребят. Вот такая вот. Такая. Все как надо. Наша опочивальня наша. Вот.
Сейчас помогу, да. Так, что еще? Что еще? Что тут у меня написали? Привет, Пух. Привет, Винни. А, вот, дальше, короче, Дмитрий, кем вы работаете? Ребят, у меня с другом свое ООО. Вот, кстати, приеду в Москву. Нам требуются работники. Буду выставлять сторисы. Пишите по поводу работы. Оплата достойная. В месяц 400 тысяч в легкую можно зарабатывать. Ну, правда, придется попотеть. А 200, короче, вообще прям без заморочек, вообще не напрягаясь. Вот. Так, да, не только девчонки. Там еще, короче, был редакторский состав до этого старый. Их там всех уволили. И старшего редактора, которая самая главная, короче, ее поебывали участники, короче. Вот, и там зеленка вообще была. Все бухали, телефоны у всех постоянно. Что хотели, делали, выезды, короче. Вот, ну, бардак полный был. А потом спалили эту херню, короче. И редакторский состав полностью поменяли. И, кстати, редакторский состав, ребят, чтобы вы понимали, больше 50% с Украины. Вот, там есть старший редактор Марина. Уже а Марины уже нету? Сейчас уже российские на островах. А, ну, короче, когда мы с Даной были, там полностью был состав украинский. Ну, с Украины редактора, вот, которые тут новости, там, не новости, на новостях работали. Ну, в общем, короче, нормальные девчонки. Вот, Алина, там, Оксана, Марина. Вот, очень с ним мы хорошо общались. Вот, поддерживали очень сильно. Так, 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 вы классные, спасибо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Было, Дим, такое. Нордост, да. Кстати, на Нордост, ребят, чтобы вы понимали, у меня мама с братом, со старшим были в тот момент в Москве. Это был 4-й или 5-й год. И с дядькой, с теткой, они вчетвером пошли, короче, на Нордост. Решили пойти на Нордост. Подошли к кассе, их было 4, а всего осталось 3 билета. И они из-за этого не пошли туда. А напротив был мюзикл, стоял Киркоров, этот, скажите мне, Чикаго. Да, правильно. И они пошли на Чикаго, на Киркорова, представляете, счастье какое. А мы с ними перед этим созвонились, с отцом, с сестрой, и они говорят, так и так, идем на Нордост. И тут, представляете, мы сидим, просто телевизор, прямое включение, просто Нордост взяли в заложники. Мы такую измену словили, жестко. Начинаем им звонить, они вне зоны доступа, ну, недоступны телефоны. А потом они вышли, говорят, на улицу, оцепление. Смотрим, полиция, пожарники, скорая, везде, короче, народ бегает, вот, паникует. И они вспомнили, что они сказали нам, что Нордост, ну, там, телевидение, туда-сюда. И они нам звонят, так и так, все, не переживайте, мы прям все, как камень с сердца. Вот такое вот было. Так, 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 привет, вы круты, спасибо, не знаю, мне Кобзон нравился, мне тоже. День Победы, Дживо, песня, но вопрос мне, на какой вопрос, задай еще раз. В смысле, русский бород не носит, а ты в курсе, что, короче, издревле на Руси постоянно у всех, даже у богатырей, посмотри. Всегда были бороды, очень большие густые бороды. Привет, Дима, как дела, как настроение? Все отлично, спасибо, настроение бомба. Кем работаете? Честно, ребят, я руководитель по подборке персонала. Вот. Так, 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 хороший хат, молодец, Дима, спасибо. Вот, а ты не пойдешь на партнерские роды? Как это партнерские роды? Со мной на роды? Нет, конечно же. Нет, объясни, что ты будешь делать. Ну, я буду там как бы присутствовать, но я не буду смотреть. Скажи, что ты просто будешь, когда у меня схватка. Когда у меня начнутся потуги, я начну рожать, ты не будешь. Ну, все, сказала, услышали. Дима, ну, расскажи, пацаны, на Сейшелах. Вот то, что рассказал, покажи квартиру. Вот квартира. Вот. Квартира такая. Там туалет, туда-сюда.
Вот там за данной спальня. Вот это гостиная, короче. Ага, покажи, что за работа, Димка. И я все скину, все, пух займи 20 тысяч. В смысле 20 тысяч, блядь? Займи ты мне 120 тысяч. А лучше... Нет, а лучше камрюху 70-ку мне займи. Дим, покажи мой живот. Вот я живот. Показал, да. Что ты думаешь о Тате с Валерой? О них вообще не думаю, честно. Вот мне есть о ком думать. Обо мне. Я обещанное шоу насчет Дом 2. Честно, возможно, если у меня будет время в дальнейшем, я сделаю шоу. А с нынешними Димой свадьба. Свадьба у нас скоро. Займи 20 тысяч. Вот ты вообще что за Дима? А с нынешними редакторами. Ну, Нона там мутила с одним типом, с Андреем. Тоже вообще петух редкостный. Кстати, он из Волгограда. Живет на тракторном. Такой хуесос вообще. Я когда уходил, я ему прям говорю, слышь ты, хуесос ебаный. Я говорю, в Волгограде тебе пацанам нахуй сдам, они приедут, тебя в жопу выебут. Вот, ну там было за что причину такому сказать. А с нынешними редакторами частницы ебутся. Ребят, возможно, даже ебутся. Я прям вот, честно, я вот лично не исключаю этого момента. Ну, поебывают их по-любому, потому что там есть такие редактора, как Триколич, Белов, это, сука, устрицы еще те. Они прям по-любому 100% поебывают кого-то. Привет, Георгиевс, на каком месяце Дана? Пятый начался, как там Дана? Отлично, еще не... Вы еще вместе с Даной? Так странно вообще, спрашиваю, вы еще вместе с Даной? Конечно, у меня счастье. Вам спасибо, милая, спасибо. Дима, тебе хорошо. Зверно не заморачивайся, а я и не заморачиваюсь. Вот, мы услышали. Да, ну, ага. Да, на тебя сара встречалась, ты с ним общаешься. Она никогда не встречалась сара. Блин, такая лапочка. Спасибо, да, она, ага. Баночка и Димочка, мы вас очень любим. Баночка. Спасибо, следующий номер. А, нет, красавица, да. Плохо слышно, кра, Даночка, ага. Реабилитировался, ты был в Дом 2. Нет, не было, что это такое? Не было вообще. Какая-то левая передача по ходу дела. Так, ребят, все, я всех понял вас. Вот. Время в постах. Все рассказал. Вот Дана. Данюня, красавица. Угу. Не отражать Киви. Так, короче, это Ребзи. Да вот, вот. Вот. Со всеми пообщался, все рассказал. Дима Дом 2, это реально публичная наука, что вышли, будьте счастливы. Угу, спасибо. Ага, спасибо. Вот, я по поводу, кстати, поста, что хотел сказать. Все всем рассказал, со всеми пообщался, на вопросы поотвечал. Вот, так что буду заморачивать сейчас пост, короче, выставлять. Да, мы ушли. У меня сейчас на все два, но без вас, смотри, стало скучно. Спасибо. Нет, в планах нет такого данного эфира. Попозже, может, выйду. С кем у нас началась и забыла с тобою. Как ты могла забыть? Показай. Давай, показай. И это. Все, буду, короче, пост выставлять, ребят. В смысле показывай? Ну, вот, написали. А это. Ты что, так отвечаешь? Да я просто повторил. Это. Все, давайте. Доброго всем. Всех люблю, целую, обнимаю. Да, правда, что не по сценарию. Все, давайте. Доброго. Заходите ко мне на страницу почаще. Ребят, если я как бы... Там не появляюсь, то это не значит, что меня нет.